приобрели аквариум, с чего же все-таки нужно начинать? Я, конечно, человек не профессионал в этом деле, и у меня рыбок вообще никогда не было. Но я читала что-то, смотрела, с кем-то разговаривала. Я думаю, что маленькое такое мнение у меня уже какое-то сформировалось. В первую очередь нужно приобрести пленку, которую мы будем закреплять с помощью скотча с задней стороны аквариума. С внешней стороны. Сначала маленьким, тоненьким скотчем, потом большим скотчем закрепить. Но самое главное, закрепить посильнее и натянуть пленочку, чтобы как-то вот аккуратно все лежало. Это нужно для того, чтобы, во-первых, создать какое-то красивое впечатление. Сейчас я вам покажу. Когда вы будете смотреть в аквариум, тут свет такой некрасивый. Но вот если мы смотрим в аквариум, вдалеке мы видим какие-то там водоросли. Но вот этот рисунок, он такой зеленый. Это нужно как бы для того, чтобы было красиво, потому что я не думаю, что будет очень здорово, когда вы смотрите в аквариум, допустим, плавают рыбки или там их еще нету, и вы видите то, что стоит за аквариум, например, книжки там или еще что-то, или просто стену, обои вы видите. Но это некрасиво, поэтому мы приобрели такую пленку, которая, в принципе, стоит очень недорого, она продается по высоте, а по длине, ой, по ширине ее уже режут. Вот, у нас тут, по-моему, он... Ну, почти 50 сантиметров, 49. Вот, мы купили ее, приклеили. Самое главное, клеить толстым скотчем для того, чтобы, ну, мало ли что, туда не попала все-таки влага между пленкой и стеклом. Вот, это самое главное. Потом нужно купить грунт. Мы приобрели грунт. Мы приобрели 5 килограммов грунта вот такого вот цвета. Значит... Приобрели на 2 аквариума с тем расчетом, что 3 килограмма в этот аквариум и 2 в тот, потому что тот аквариум поменьше. Мы его, значит, купили, и самое главное, его, конечно, нужно было помыть. Но мыли мы его очень долго, потому что, когда мы мыли, вода становилась такая вот просто мутно-бело-серая, какого-то такого непонятного цвета, то есть грунт был вообще нереально грязный, и поэтому мы мыли его очень-очень долго, чтобы вода была, ну, хоть чуть-чуть совсем мутная. Я не знаю, делают так или не делают, но я не знаю, как можно было, например, насыпать сюда грунт, и потом налить воды, мне кажется, что было бы, ну, я не знаю, мне кажется, вода стала бы просто мутной. Хотя, если в аквариуме стоит фильтр, по идее, вода должна быть отфильтрована, ну, что-то я как-то сомневаюсь. Поэтому мы хорошенечко помыли грунт, вот, я купила еще вот такую вот декорацию, это бревно с разбитым кувшином. Очень красивая декорация, мне кажется. Купила такие вот растения. Растения, я сразу могу сказать, что я купила не живые, потому что для того, чтобы выращивать живые растения, это, конечно, красиво и здорово, такие живые растения. У них, конечно, есть свой плюс, когда они в аквариуме, но это и минус тоже есть, потому что человеку, который первый раз покупает аквариум, живые растения сажать в аквариум, ну, это просто... Ну, как бы, наверное, сложно и ни к чему. Поэтому я купила пока что искусственных, купила 2. Вот такие вот скромненькие маленькие растения. Но я думаю, что все равно красиво. Значит, мы помыли грунт, помыли камни, которые у нас с моря. Точно так же помыли ракушки, помыли горячей водой. Ну, какие-то там я сполоснула кипятком. По-моему, ракушки я кипятком, а камни я просто горячей водой. Все это перемешала, засыпала. И вот так вот у нас получилось. Но мне кажется, что... Смотрится очень красиво. Грунт действительно такой очень-очень красивый. Все такое немножечко зеленое. Ну вот прям вот как должно быть, как мне кажется. Вот, засыпали и залили воды. Потом мы поставили фильтр с компрессором. Вот такой вот фирмы мы купили. Ну это самый такой простой, который нам вот посоветовали в зоомагазине, потому что все они, в принципе, довольно-таки дорогие. Но так на первое время, ну просто для пробы, мне кажется, то, что... Не стоит покупать что-то дорогое, поэтому мы и купили вот такой вот. Так, вот он, вот так вот он выпускает кислород и чистит, по идее, воду. Ну, вроде как должен, конечно, чистить воду. Перед тем, как запускать рыбок, нужно, чтобы в аквариуме он постоял примерно где-то, наверное, по-хорошему 2 недели, ну, можно, конечно, и неделю. Вот вода почистится, а потом нужно будет запускать рыбок. Правда, каких рыбок мы будем запускать туда, я пока еще не знаю. Чуть-чуть попозже, когда время уже наступит, их покупать, мы придем в магазин, подумаем и купим. Естественно, стоит учитывать то, что какие-то рыбки могут здесь не прижиться и умереть, поэтому это тоже нужно количество рассчитывать. Но, в принципе, в этот аквариум поместится до 10 рыбок, потому что они сначала маленькие, потом они вырастут и...
мало ли места им может, допустим, не хватить. Вот. Купила я маленький градусник, который я тоже прикрепила. Мне, правда, не знаю, зачем он, конечно, нужен. Ну, наверное, для того, чтобы, конечно же, смотреть температуру. Но мне кажется, что в квартире температура всегда такая стабильная и не холодная, и не жарко будет, не холодно, не жарко. Мне кажется, как-то вот так вот все будет. Вот такой вот мы аквариум купили, аквариум панорамный. Мне кажется, что он действительно очень красивый, вот как вот мы сейчас его оформили. И покупка это действительно стоящая. Я надеюсь, то, что нас в дальнейшем не очень пугает, что нам нужно будет постоянно кормить рыбок и как-то смотреть за ними. Ну, вообще прочие все вещи, которые могут случиться с рыбками, с их рыбной жизнью. Ну, я также надеюсь, что нас не испугает тот момент, когда этот аквариум нужно будет чистить, менять воду и так далее. Вот. Но я все равно хотела бы вам показать, я вам показала свою покупку. Я очень рада, у нас и, в принципе, вся семья очень рада этой покупке. Вот. Когда мы купим рыбы, когда мы их запустим, тогда обязательно я сниму еще видео и покажу вам. Потому что мне кажется, что смотреть на аквариум это действительно очень здорово. Я сама люблю по Ютубу лазить и смотреть, у кого какие аквариумы. Это, конечно, простенький аквариум, маленький, но все равно это, конечно, мелочь, но приятно. Спасибо, что зашли ко мне на канал. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. И мы с вами увидимся уже в других моих видео. Пока-пока!